Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это «Беременная в 16», все то, что осталось за кадром. Если вам нравятся эти выпуски, поддержите их лайком, с радостью почитаю ваши комментарии, потому что у нас сегодня будет выпуск про беременных папок, а точнее, этих пацанчиков, которые должны были поддерживать наших беременных девочек. Ребят, подписывайтесь на наш лайв-канал, который ведет жена. Там у нас, в общем-то, классные семейные вложики, ссылка находится в описании. А мы начинаем новый обзор «Беременная в 16», что осталось за кадром. Поехали! Беременность глазами парней. Настоящие, эмоциональные, конфликтные и без всякой цензуры. Почему на съемочной площадке с беременными отцами гораздо сложнее, чем с беременными девушками? Что будущие папы говорят, когда думают, что камера не снимает? И почему порой работа с ребятами напоминает съемки порнофильма? Паш, приобними ее, скажи, можно я у тебя сегодня ночевать останусь? Не пойму, они порнофильм снимают или что? Беременные отцы. Приобнять у них это уже порнофильм, я понял. Кто-то из беременных отцов боится камеры, кто-то стесняется, а кто-то чуть не теряет сознание. И неудивительно, ведь не всем нужна такая популярность. Парни понимают, что вряд ли у них начнут просить автографы на улице. А вот негативных комментариев в соцсетях не избежать. Но когда будущие папы все же решаются помочь нам рассказать их историю, мы приезжаем, знакомимся и начинаем подготовку к съемкам. Первое, что мы делаем, это опетличивание беременных отцов. Такое сложное слово на самом деле означает простой процесс. Мы закрепляем под одеждой маленький микрофон со шнуром, чтобы потом в программе было слышно. Я думал, они реально просто вешают петлю, они прям клеят. О чем говорит участник? Обычно этим занимается наш звукорежиссер Дима. Но когда знакомились с Борей из Москвы, он застрял в пробке. Его подменила наш продюсер Лейла. Но звукорежиссер Дима доехал и сам занялся Борей. А точнее, аккумулятором и микрофоном, который, как правило, крепится на пояс штанов. И порой дарит незабываемые ощущения. Парням сложно привыкнуть, что на них микрофон, с которым нужно вести себя очень аккуратно. А, вы здесь так повесили. Не трогать руками, потому что от этого портится качество звука и настроение нашего звукорежиссера Димы. Помните про микрофоны только, ладно, не задевайте их. Прям помните, что на вас висят микрофоны. Осторожнее, Сереж, микрофон, прошу, осторожнее. Немного привыкнув к микрофону, Леша из Ахтубинска проводил свои эксперименты. Я надеюсь, ваша аппаратура вот типа XM-а? Конечно. Да-да, ага. Такие шутки наш звукорежиссер не любит. Микрофон чувствителен к любым звукам. И так как наш звукорежиссер Дима всегда в наушниках, даже маленький шорох создает у него в ушах сумасшедший грохот. Иногда оператор Костя любит пошутить над своим коллегой вот так. Пошуршать. Но я сомкнусь тогда, если мы играем в игрушки. Нет, мы не стопаемся. Я представляю, что как только парни привыкли к нашей технике, их сразу ждет новое испытание. Это первое интервью. Парень Лиды из Иркутска, Вася, так разволновался, что редактору Дарине и режиссеру Виолетте пришлось успокаивать его несколько часов. Короче, сердце бьется. Молодец. На меня просто смотри. Я вас боюсь. И меня боюсь. Вот как можно бояться таких милашек? Может, Вася хотел сказать «боюсь, могу не удержаться»? Тогда да, верю. Но успокоить участника – это не самое сложное. Вот парень Лили из Пензы, Кирилл, вообще не хотел разговаривать со съемочной группой. Как только наш редактор Дарина не старалась найти к нему подход и создать комфортные условия. Ну, а какая Лиля? Как ты можешь ее описать? Я не знаю, как ее описать. Серьезно. Знаете, мне кажется, есть проблема того, что у нас в соседней комнате куча народа, и я не могу с Кириллом поговорить нормально, откровенно. Вот давайте стопнемся. В соседней комнате находилась часть съемочной группы. Чтобы Кирилла никто не смущал, всем пришлось покинуть помещение. Но и после этого Кирилл отказывался разговаривать. Хорошо, расскажи про себя. Чем ты занимаешься? Ничем не занимаюсь, работаю. Кирилл, если ты сейчас будешь продолжать в том же духе, значит, мы создадим для тебя атмосферу и будем писать это интервью, пока ты мне не ответишь на вопросы. Я тебя очень прошу. Я выгнала уже всех из комнаты.
В итоге дар убеждения Дарины и длительное пребывание в замкнутом пространстве все-таки разговорили Кирилла. Но беременным отцам приходится преодолевать и более сложные испытания, чем интервью. Когда снимаем романтические сцены, ребята стесняются выражать свои чувства на камеру. Режиссер Кирилл пришел на помощь Илье из Томска. Можешь ее там по волосам провести, там чуть-чуть. Ну не надо так делать! Провел, бля! А вот когда снимали романтическую сцену Кати из Иваново, то к ее парню Диме вопросов не было. Был вопрос к съемочной группе. Ребят так впечатлил красивый вид на крыше, что все фотографировались и фотографировались. Вот в кадре позирует оператор Илья, а фоткает его редактор Дарина. И режиссер Виолетта никак не могла настроить команду на работу. Ребят, давайте поработаем. Отлично, я за. Поработать. Лёх, давай, снимай уже чем. Ставь цитрафер, красавчик. Все, ребят, начинаем. Давайте, разгоняем. Я уже в моторе давно. Да? Звук идет. Звук идет, но снимать все равно не можем, потому что оператор не готов. Сейчас погоняйте. Только не свалиться бы. Я высоты боюсь. Но, к счастью, у нашего оператора все-таки перестали трястись коленки, а вместе с ними и камера, что позволило нам продолжить съемку. Поиграй с ним. Поиграйся. Поиграй с ним. Звучит двояко. Но все это цветочки. Ягодки начинаются, когда парни узнают о беременности. Оказывается, они ничего об этом не знают. Неудивительно, что их девушки беременеют в 16. Вот специалист Влад из Москвы. Окончил среднюю школу, и вот что он говорит. Слушай, я, конечно, не знаю, что там у тебя за сбой, но если нет месячных, значит, это задержка. Значит, что-то не так, правильно? Нет месячных, значит, это останется в перчатках. Поправьте, давайте снимать дальше, мы слимнее. От логических размышлений Влада все лежали под столом от смеха. Также своим средним в прямом и переносном смысле образованием блеснул и Боря из Москвы, который такие предметы, там, да, как биология и анатомия, явно прогулял. Ведь он даже не представлял, сколько длится беременность. Вот женщина беременна, сколько на неделю вынашивает ребенка? Я уже узнал, 40. Знаете, на кого сейчас показывал Боря? На нашего оператора Михаила, отца двоих детей. Знает. Жаль, камера была выключена, когда Михаил подсказывал Боре, сколько длится беременность. Ты реально не знал? Реально не точки. Мы снимаем проект в режиме реальной жизни. Все события и диалоги должны происходить в кадре. И даже в такой важный момент, когда Гриша из Коломны должен узнать результат теста на беременность и сгорает от нетерпения, он ждет нашей команды, чтобы зайти в кадр. И заходит только по команде режиссера. Это якобы нужно для знал, того, чтобы, да, мы могли снять все эмоции участников. Готовы, мальчик? Да, готов. Да, заходим. Ну, по факту, подождите, какие эмоции снять, если он готовится? То есть, по факту, это отборный актер. Да они какие-то мутные, эти две полоски. Мутные, нормальные полоски. Может, ты не беременна, может, ты не совсем беременна. И пока Гриша разбирался с двумя полосками, Илья из Томска, думая, что звук не пишется, проговорился, о чем он думает во время беременности. Просто поговорите о чем угодно, а вас поснимают по картинке. Давай собаку заведем. У тебя будет ребенок, у меня будет собака. Красавчик, бля, батя говорит... Ну как бы, давай по-честному, разойдемся по-мирному. Я с собакой, ты с ребенком. Если что, буду в гости приходить. Тебе что, ребенок не нужен? Ну как, ты с ним будешь все равно. Дольше больше, а мне скучно будет. Мне надо с кем-то играть. А Дима, парень Кати из Иваново, в своих фантазиях пошел еще дальше. Когда ты узнал, что у тебя будет девочка, ты обрадовался? Когда я услышал, что у нас будет девушка. Девочка. Девушка. Ты давай мне тут свингер-пати не подверстывай. Я чувствовал с самого начала, что у нас будет девушка. Девочка. Девушка. А почему у парней в голове были такие мысли? Да потому что не беременность они себе планировали, выбирая девушек. Когда Костя из Саратова рассказывал, что его привлекло в возлюбленной, даже наш редактор Антон задумался, правильно ли он выбирает себе половинку. Хватали. Это самое. Ну да, самое нужное. Чё?
А когда Гриша из Коломны рассказывал о Софе, у съемочной группы проснулись кулинарные фантазии. Глядя на Софу, я никогда вообще не думал. Ну то, что там я могу там обнимать там ее, трогать ее за булки. Ну сам. Когда Макс из Барнаула рассказывал, чем его зацепила Женя, у него чуть сердце не выскочило из груди. Не общаюсь ни с Женей, вообще ни с кем. Вот это отклеилось, и у меня сердце чуть не остановилось. Вот это называется фильтр. Такая пленка на световом приборе. Благодаря ей свет становится мягким и естественным в кадре. Оператор Костя пошел настраивать освещение. Салопа. Я думала, падает. Сейчас настроят. Софтбоксы. Просто прикинь, у человека сердце больное, да? И с испугу приступ случился. От чего умер? Да салфанка отклеилась. Салфанка убила. Если сердце наших парней все-таки выдержит осветительные приборы, то мысль, где брать деньги на ребенка, может окончательно их добить. Вот Илья из Томска пытался сэкономить на Ане. А что, телеканал это не оплачивает? Чтобы не краситься. У тебя длинные ресницы, зачем тебе другие? Это накрашены, потому что. Он пистолет с собой возит. А вот Влад, парень Али из Москвы, не переживал о деньгах. И был настолько самоуверен, что редактор Дарина на секунду подумала, что перед ней не беременный папочка, а кое-кто другой. Вывезем, справимся, все решаем. Все мы знаем. А все потому, что у Влада была четкая финансовая стратегия, которая очень подняла настроение нашей съемочной группе. Все будет четко. Хорошо. Веришь. Ну вот и все. Как оно вообще с тобой разговаривает? Ты работу куда сегодня идешь? Подожди. Ну, надо помочь общаку. Оператору Кости нужен общак. Это общий план, когда участников снимают во весь рост и в кадр захватывают интерьер. Костя – долгожитель нашего проекта. Он снимает программы с самого первого сезона. Но Костя следит не только за картинкой и порядком на съемочной площадке. Как опытный отец двоих детей, он еще поддерживает беременных отцов. Например, когда Костя из Саратова растерялся, увидев снимок УЗИ, наш оператор Костя вывел его из ступора. Я в шоке. Чего ты видишь? На кого похоже? Еще было там понятно, на кого похоже. Понятно, чья копия, да? Наш. Твоя. А вот Дима, парень Кати из Иваново, прогулял УЗИ по очень неожиданной для редактора причине. Мне было некомфортно туда заходить. Как-то страшно, что ли. Я, слушай, делать не боялся, а сходить посмотреть страшно, да? Ну да. Наши беременные отцы все-таки набираются смелости и решаются сделать предложение руки и сердца своим девушкам. И первыми об этом узнают не их девушки, а наш редактор. Потому что наши участники ничего не делают без камер. И вот, когда все было уже готово к сюрпризу, оказалось, что Леша из Актюбинска не готов. Видимо, придуманный для этого момента текст он забыл придумать. На помощь пришла редактор. Ты задай хоть вопрос. Возьми ее руку, я тебя научу. А, все, руку. Все. Я и это все умею. Да больно мне, понежнее с ней ручкой. Все, возьми скин. Чувак делает предложение. Пасть закрой, дура жирная. Даже нахрен убью. Будешь моим пупсик? Леша все равно не мог собраться с мыслями. Тогда заговорил режиссер Кирилл. Ребят, забудьте про нас. Вы сами себе очень натуральны. Вы шикарные. Нет, ты вот так держал. Я очень сильно люблю тебя. Леша, мы с тобой сыночка. Наши участники так сближаются со съемочной группой, что уже жить друг без друга не могут. Когда Леша планировал мальчишник, то удивил своим предложением нашего редактора Дарину, потому что посчитал ее и продюсера Лейлу за своих пацанов. Четверо девчонок позовем. Да? Я думаю, повеселимся. То есть вы двое. Да, чувак. Пойдем плавать. На мальчишник позвал. Бля! Гриша, парень Софы из Коломны, тоже готовился сделать предложение. Но режиссера Ольгу кое-что не устраивало.
Звук идет. Я так буду на деда похож. Да успокойся, ну, Оля. Ну и что? Волосатая подмышка. Да, ой, кошмар. Давай, все, бежи. Тихо, спокойно. Мужик, тишина, пожалуйста. Она не хочет видеть ты волосатую скажешь, подмышку. Точно уже. Ну, мы будем с тобой расписываться или что? Или я буду как тут лежать? Как? В смысле, все нормальные люди уже расписаны. Да? Все. Лучше уж сверкать подмышками, как Гриша, чем пятками, как парень Лизы из Смоленска, который, узнав о беременности, оставил ее наедине с трудностями. Вся съемочная группа переживала за судьбу девушки. Редактор Валентина, мать двоих детей, мягко советовала Лизе присмотреться к новому ухажеру. На что дитё кормить? Мужик нужен хороший, работящий, как Пашка наш. Я не знаю. Говорят, тебе чучу Андрей стерпится, слюбится. Я попробую с ним поговорить. Так ты попробуй с ним начать встречаться, а там ты уже... Чё говорить-то? Может, он как машинка Дзингер строчит? А ты уже разбрасываешься такими мужиками. Поверьте, это еще мягко. Вы просто нашего редактора Валю не знаете. Для нее это диалог еще в мягкой форме. Обычно она бывает строга. Она мне сказала, что ты слишком слащавый, красивый, и добрый и хороший для нее. Вот что ты об этом думаешь? Конечно, в основном считаю, что так и есть, но... Как есть? Ну, что слащавый, добрый, красивый. Как ни старалась Валентина, но моральная поддержка вскоре понадобилась уже новому ухажеру Лизы. Кто там? Это я, Павлик. Мне не до тебя, иди на... Коротко и ясно! У меня было. У меня было. Это значит, что все записалось. И звук, и видео. Даже и переписывать не надо. Но сама редактор надо. Валентина расстроилась. Она хотела, чтобы Лиза и Паша были вместе. А они не вместе. Не по сценарию. Последние месяцы перед родами самые волнительные. За девочек переживает вся съемочная группа. Но больше всего беременные отцы. Саша, парень Маши из Анапы, так разнервничался из-за угрозы выкидыша у Маши, что ему понадобилось несколько дублей, чтобы записать разговор с ней. А вообще по развитию плода как? Саш, какое развитие плода? Ты акушер-гинеколог? Да. Давай, вышли мне слова. Редактор Антон подсказывал, как правильно сформулировать свои мысли. Ребенок развивается как нормально, нет? Есть отклонение? Нет, еще раз. Саш, подожди, ты вот сейчас... Просто спроси. Как ребенок. Маш, что врачи говорят? Сказали, что все нормально будет. А Гриша из Коломны решил присутствовать на родах. И на консультации в больнице задал самый важный, как ему казалось, вопрос. Смотрите, вот мне дают пуповину, да? Говорят, перерезать. А где я должен ее перерезать? В каком месте? Пуповина будет уже пережата. И вам покажут, где резать. Вот тут ножницы. И смелым, уверенным движением где вы чикать? Перережете. Гришу, бери. Врачи посоветовали Софье расплести дреды перед родами. О-о-о. Гриша не растерялся и проявил весь свой талант стилиста. На, вот, буш какая-то. Чухня. Ходи дальше, чухня. Но Гриша быстро наскучила это занятие, и помогать Софье взялась съемочная группа. Особенно хорошо помогал наш инженер Руслан. Руслан, как тебе, нравится? Очень. У него самый довольный вид. Всю жизнь мечтал нас. Думаю, бля, заплела себе. Взаимное его чусило себе плохо. Когда дреды расплели, Гриша сразу вернулся к Софье. Вот толстячочек мой. Одуванчик. И все, ты у меня умничка. Самая толстая в мире девочка. Смотри, какой у тебя пузик. Комплименты. Ты, конечно, чувак, делаешь нормально. Ты у меня самая жирная. Все. Многое из отснятого материала не вошло в программу, потому что беременность длится 9 месяцев, а в эфире программа только час. Например, вы не видели в основном выпуске, как Боря из Москвы готовится к появлению малыша. Вместе со Снежаной он смотрел фильм о том, как проходят роды. Ну, так страшно. Вот еще. Правда? А на интервью нашему шеф-редактору Алене ты говорил другое.
Типа только, ну, типа, и все. Внутри. Но по-настоящему героический поступок еще ждал Борю впереди. Подгузник нужно поменять. Поддерживать заморожки. Ага. Так, братишка. Поддержи. Все. Да, из вас получится отличный пол. Да, спасибо. Из вас тоже. Зато теперь есть чем перед друзьями козырнуть. Меняли подгузник. С первого раза получилось. С первого раза сделали. Вообще, Боря теперь душа любой компании. Так сказать, хорошие тамада и конкурсы интересные. Давай, покажи, как дышать. Да, покажи. Ты его сделай, а? Сейчас подхватите, да, все вместе. Давай. Мэри. Да ну. Я знаю, кто будет принимать мои роды. Ты познал дзен? Да, я уже все. Боря, спасибо за мастер-класс. Дзен познала и наша съемочная группа, которая тоже научилась правильно дышать по Бориной методике. Боря так вдохновился, что принялся собирать Снежану в роддом. В роддом обязательно нужно с собой взять тревожный чемоданчик. В смысле тревожный? Он говорит, типа тревожный чемоданчик, или как так назвала, ну я ей принес. На тебе чемоданчик. Чемоданчик. Собирай. Боря, ты что, издеваешься? Все для тебя, любимая. Вообще-то в роддом нужна сумка специальная, она прозрачная должна быть. Ну, прозрачную сделаешь. Прозрачная есть, знаешь? Ты знал вообще, что существует какой-то тревожный чемоданчик? Не, в принципе, знал, что с собой нужно что-то взять. Бананчик, не бананчик. Бананчики, не бананчики. Ксюше и Жене из Красноярска нужно было искупать малышку. Но Ксюша ленилась и не слушала даже маму. Купать же сегодня будем. Давайте завтра искупаем уже. Обычно волшебный пендель ей давала наша редактор Наталья. Но на этой съемке ее не было. Поэтому она написала Ксюше сообщение, что нужно делать. Обработай пупок в кадре ребенка. Что, я сейчас его раздевать буду? Она вообще совсем, что ли, или что? Ну, надо. Да вот пусть она сама тогда. Чё? Не хочу ребенка мыть. На съемках происходит много смешных моментов, которые просто, ну, не вмещаются в основной выпуск. Вот, например, смотрите, как Гриша из Коломны осваивал роль отца. Гриш, надо помочь ванную вылить. С балкона вылить? Относи, иди в ванную. А ты... потому что у тебя психоз. Она перевешивает эту ванну, как ее взять? Она не перевешивает. Если правильно как взять, ее? Вот. А? И неси. Может, на софу вылить ее? А когда оператор Костя попросил просто подержать Фаю на руках, чтобы снять красивые кадры отца и дочери, началось такое, чего никто не ожидал. Снял, да? Для начала Гриша хлопнул как профессиональный режиссер перед камерой. Ну все. Ну все. Мужская, походи. Это были тусы только возле леса. И это было только начало дискотеки для Фаи и нашей съемочной группы. Птичечка моя. Дурум-дурум-дурум. Дурум-стут-стут. Чего так трясешь, Гриш? Отдай. Успокойся. Лишь для Гриши это все равно, что попросить котов не орать в марте. Тем более поют они примерно одинаково. Это маленький ребенок, ему можно. Режиссер тоже плакала от таких песен. Ну, этим мне ее. Пожалев ребенка, режиссер Ольга уже хотела остановить съемку. Но Софа нашла способ, как выручить Фаю. Ну, сиську хочешь. Молочный клещ. Но Гриша твердо решил выдать весь свой репертуар. Скачет Фаина на лошадке, скачет на лошадке свои сны. Как ни странно, колыбельная Гриши сработала. Фаина успокоилась и начала засыпать. Либо просто притворялась, чтобы концерт Папани поскорее закончился. Побыстрее давай ты засыпай, чтобы папа мог в телефон поиграть. Засыпай. А когда снимали Лёшу из Ахтубинска с сыном, то ребенок внес свои правки в эту сцену. Ну что за ребенок это? В плане чего? Подержал? В плане жизни дальнейшей. Ага. То, что ты его даже боишься взять? Да, у меня короче. Обоссался! Пометил территорию, сынок, да?
Лучше всего справлялся с ребенком Костя, парень Вики из Саратова. Поэтому, когда режиссер Ольга попросила Вику проверить работу Кости, она прям растерялась. Погнали. Ну, пойдет хлопок. Да я не хотел. Да я не знаю, что ему сказать, если он правильно его одевает, что я скажу ему. Костя был настолько идеален, что надевать памперс мог на скорость. Что сделал? Несладко пришлось Лизе из Смоленска, ведь она занималась ребенком в одиночку. Но редактор Валентина, кроме работы над основным проектом, продолжала заниматься еще и своим собственным. Устраивала личную жизнь Лизы и Паши. Подружку его взяла и голову на плечо положила. Не пойму, они порнофильм снимают или что? Паш, приобними ее, скажи, можно я у тебя сегодня ночевать останусь? А мне что отвечать? Поактивней, поактивней. Давай. Возьми его под ручку, говорят тебе. Пойдем. Паше все же удалось остаться ночевать у Лизы. Но его планы на ночь не состоялись. Группа помогла, да? Покачай ее. Все, спокойной ночи, разберешься. Хорошо, спокойной ночи. Паша старался изо всех сил, чтобы понравиться Лизе. Но она его отшивала, и так усердно, да, качал кроватку, что звукорежиссер Дима распереживался не только за звук, но и за ребенка. Землетрясение. Стать хорошим отцом – дело непростое. Справятся ли наши беременные отцы? Да. Мы им искренне это желаем. Ну что, ребят, вот мы и подошли к концу. Вот такой вот у нас получился ролик, что было за кадром, про наших папочек. С радостью почитаю ваши комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся в новых выпусках «Беременна в 16». С вами был Андрей Чент, всем пока!